Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Маша, и вы на канале «Вкусно, просто и доступно». Сегодня у меня совершенно необычное видео. Я решила сделать личный свой рекорд и приготовила целых 6 килограмм роллов. Я очень старалась и хотела вас удивить. Я надеюсь, что вам будет интересно. Смотрите! Ну а для того, чтобы сделать роллы в домашних условиях, конечно же, нам нужно все для этого заказать. И сегодня я сделала заказ на суши-поваре. Так, конечно же, я взяла одноразовые палочки, потому что у нас будет большая компания. Кунжут. Кунжут уже обжаренный. Конечно же, Филадельфия, потому что, по моему мнению, суши с Филадельфией самые вкусные. Ох, имбирь мой любименький. Да, терияки. Также я заказала соус унаги в соуснице для соевого соуса. Как вы видите, все приехало в целости и сохранности. Стружка тунца, ну, конечно же, васаби, уксус рисовый, конечно же, соевый соус. Кикаман – это один из лучших соевых соусов. Холодная. Видите, отправляется со льдом. То есть, если вы сейчас не будете ее использовать, вы можете отправить в морозильную камеру, и она у вас будет хорошо сохраняться. Здесь у меня должна быть икра тобика, масага. Попробуем и сравним ее. Чука. Ну, а самые любимые роллы, наверное, с угрем. Именно поэтому я его тоже заказала. Рис. Но я вам скажу честно, что для суши можно использовать обычный круглый рис. Коврики, нори и черный кунжут. Основная заготовка готова. Осталось только присолить немножечко рыбу, отварить рис и будем крутить роллы. Итак, я отварила 2 килограмма риса. Как его правильно приготовить, я оставлю ссылочку в описании под этим видео. Я там готовила роллы и более подробно рассказывала о том, как приготовить рис для роллов. Также я подготовила курицу, там тоже есть рецепт приготовления курицы и все остальные ингредиенты. Это мидии, крабовые палочки, огурцы, морковь, салат айсберг. Достала с морозильной камеры икру, чуку, ну и, конечно же, листья нори. Также нам нужно подготовить рыбу. Рыбу я покупала уже отдельно в супермаркете. Здесь свежее филе. Я его немного посолила, так как я боюсь в домашних условиях использовать сразу же сырую рыбу. И отправила в морозильную камеру. Подмороженную рыбу будет намного проще нарезать. Но она у меня в морозильной камере провела несколько дней. Нарезаю тоненькими ломтиками, отставляем. Вот эти красивые слайсы будут на роллы Филадельфию. А ломтики я нарезала еще для начинки. Также подготовлю начинку для роллов Калифорнии. Крабовые палочки нужно измельчить, вот так вот порвать. Добавляю сюда сливочный сыр и майонез. Все, начинка готова. Ну и начну сразу же из приготовления этих роллов. На половину листа нори выкладываем рис. Я рис себе подготавливаю, отдельно взвешиваю вот такие шарики. Они у меня примерно по 120-130 грамм. Рис я распределяю руками, которые обязательно нужно время от времени смачивать водой. По центру выкладываем начинку. Мне кажется, чем больше начинки в роллах, тем вкуснее. Сворачиваем ролл, обязательно подбиваем края. Также, друзья, обязательно циновку, когда обмотаете пищевой пленкой, нужно смазать растительным маслом. Готовый ролл я обкручиваю в кунжуте. Следующий ролл я приготовила тоже с крабовыми палочками, но для хруста я добавила сюда еще огурец. Все то же самое. Плотно сворачиваем, обязательно подбиваем края для того, чтобы во время нарезания ролл хорошо держал форму. Этот ролл я сделала с икрой масага. Дальше продолжим уже готовить Филадельфию. В Филадельфию я добавляю сливочный сыр, чем больше, тем вкуснее, и для хруста огурец. Кстати, внутреннюю часть из огурцов для роллов я не использую, так как нам огурец в роллах нужен лишь для хруста. Скручиваем плотный ролл, сверху я накрываю все рыбой, и эти роллы лучше всего держат форму и потом очень хорошо нарезаются. Также Филадельфию я сделала еще с огурцом и авокадо. Авокадо для роллов лучше всего использовать мягкий и спелый.
Ох, какая красота! Я вам скажу, друзья, что вот это все, что я готовила, оно того стоит. Конечно же, долго нужно немножечко повозиться, но это очень-очень вкусно. Но самое главное еще то, что я уверена в качестве продуктов, так как я сама готовила, сама смотрела за этим всем. У меня все свежее и очень-очень вкусное получилось. Дальше я приготовила ролл с сливочным сыром, рыбой и авокадо. Сверху у нас идет икра тобико. Она, честно говоря, мне больше понравилась, нежели масага. И вот уже честно скажу, вначале я думала, что у меня все будет, начинка будет запланирована, но потом уже все пошло, как сказать, не по плану, потому что я уже начала импровизировать с начинкой и ни капельки не пожалела. Каждый ролл был по-своему вкусный. Мне очень понравился ролл с мидиями. Ролл с мидиями обсыпаем кунжутом, но у меня уже кунжут белый с черным. Также я приготовила еще омлет. Для омлета я взяла 2 яйца, взбила, сюда добавила 2 столовые ложки соевого соуса и пожарила на сухой сковороде такой яичный блин. Омлет получился сочным и пористым. Его я добавляла в ролл с рыбой, конечно же, сливочным сыром. Для хруста огурец. Ну и снова-таки плотно сворачиваем ролл. И к этому роллу я добавила еще салат чука. Друзья, обязательно этот салат, когда он у вас разморозится, нужно откинуть на дуршлаг, чтобы стекла из него жидкость, так как очень много жидкости выделяется с этого салата. Вот так уплотняю, и такой красивенный необычный ролл получился. Мне этот салатик очень понравился. Еще один ролл я приготовила с кальмарами. У меня было 3 небольших кальмара. Я добавила сюда еще омлет и чуку. Скажу честно, этот ролл получился вкусным, но мне не хватало для вязкости сливочного сыра. И этот ролл хуже всего держал форму. Ну а дальше это, конечно же, уже божественно. Берем угорь, который я заказала на сайте, и нарезаю под углом. А оставшийся хвост я порежу для начинки. Для ролла с угрем я взяла, добавила сливочный сыр, а для хруста салат айсберг. Это бомба! Выкладываем угорь. Я очень постаралась, чтобы все хорошо держало формы. Но это, конечно же, не так, как, к примеру, лосось сплошным кусочком. Но тоже хорошо все получилось. Я сделала таких 2 ролла. И также угорь я использовала и для начинки. Ну, и я вам скажу честно, что Филадельфия и роллы с угрем – это, конечно же, бомба. Я ни разу не заказывала настолько вкусный ролл с угрем. Может, зависит многое от качества, не знаю, но это очень-очень вкусно. А вот этот ролл я также вот так вот обмакнула, только верхушечку в кунжут, чтобы для разнообразия. Дальше будем готовить ролл Цезарь, который я буду запекать. Здесь начинка фактически такая, как и в салате Цезарь. Вот смотрите дальше. Как я готовлю курицу для этого ролла, будет в том же ролике, где я показываю, как готовить рис. Но это очень просто. Я просто обжарила курицу в соусе терияки и все. Ролл Цезарь готов, я его еще сверху обсыпала кунжутом. Дальше приготовим уже большие роллы. На эти роллы у меня также идет 120-130 грамм риса, только я использую целый лист нори. Сюда я добавляю сливочный сыр, курицу, также добавила листья айсберга и морковь. Края обязательно нужно смочить водой, и у нас такой большой и очень-очень вкусный, хрустящий и сытный ролл получился. Также большие роллы я готовила еще и с сливочным сыром, омлетом и рыбой.
Также я добавляла сюда еще огурец и морковь. Снова-таки смачиваем водой и уплотняем. Эти роллы просто отлично держат форму, и крутить их совершенно несложно. У меня осталось немножко мидий, чуки. Именно поэтому я решила сделать еще такой ролл с чукой, мидиями и сыром. Я его буду запекать. Все, друзья, 30 роллов готово. Получилось 28 больших и 2 маки. Честно скажу, немножечко устала, но я настолько довольна, что вам просто не передать. Я очень рада, что у меня получился такой результат, и мне не терпится уже все нарезать, запечь. И сейчас продолжим приготовление роллов Цезарь. И для шапочки, для запеченных роллов Цезарь нам нужно сливочный сыр, майонез и пармезан. Это все хорошо перемешиваем и пока отставляем в сторонку. Ролл нарезаем. Скажу честно, он нарезается достаточно сложно нарезать. Для того, чтобы приготовить суши в домашних условиях, вам обязательно нужен острый хороший нож. Нарезаем порционно. С каждого ролла у меня получилось 8 суш. И сверху выкладываем шапочку сыра. Также запекать я еще буду ролл с курицей и сыром. Это та же шапочка, только я добавила еще сюда соевого соуса. Еще один вид шапочки, это уже рыбная. К остаткам соуса я добавила сюда икру тобико. И вот такая икра мойвы у нас продается в супермаркете. Все хорошо между собой перемешала и выкладываю на следующие роллы. Я запекала роллы с мидиями и роллы с рыбой. Роллы выпекаются в духовке, разогреты до 200 градусов 5-7 минут. Как только корочка подзолотилась, ваши роллы готовы. Ну а я тем временем нарезаю остальные. У меня осталось немножечко масла с икрой, то я сделала тоже вот такие шапочки на маке. Тоже очень вкусно и красиво. Роллы с угрем обязательно поливаем соусом унаги, и я посыпала еще кунжутом. Ну все, друзья, в принципе, все готово. Посмотрите, как каждый ролл смотрится в разрезе. Честно скажу, названия я их уже не помню, не знаю, потому что с начинкой экспериментировала, но нам всем очень понравился. Каждый ролл был вкусный по-своему, интересный. Но, конечно же, больше всего по вкусу нам понравились роллы с угрем, роллы Филадельфия и запеченные роллы Цезарь. Это вообще бомба. Я теперь вот эти Цезарь обожаю. Сытно, вкусно, просто в приготовлении и интересно. К тому же, это один из самых дешевых роллов. И вуаля, друзья, посмотрите, каков результат. Честно скажу, я даже как-то горда собой. Процесс был очень такой интересный. Вначале у меня все начинки были запланированы, но в конце я вам скажу, что уже началась какая-то импровизация. Ну и сейчас мы будем пробовать уже, что у нас в итоге получилось. Самый сложный ролл в приготовлении для меня был с угрем. Ну, он, конечно же, мне еще стоит поучиться, но я думаю, что очень вкусный. Я, друзья, старалась, на это все у меня ушло 2 килограмма риса. Ну, я напишу все в описании под этим видео, все напишу вам, пропорции и что хочу сказать. Честно скажу, устала. У меня этот весь процесс занял 5 часов приготовления, ну, с нуля. То есть я варила рис, это все полностью сама нарезала, украшала. Надеюсь, что вам понравится сейчас. Поставлю еще имбирь, соевый соус и, конечно же, васаби. Сейчас придут мои друзья, и мы будем пробовать. Также сегодня я приготовила несколько видов запеченных роллов. Ролл Цезарь я готовила впервые. Я скажу честно, я уже за кадром попробовала, и мне очень понравилось. Все продукты на эти роллы я заказывала в интернет-магазине Суши Повар. И этот магазин дарит для всех моих подписчиков скидку 10% по промокоду «Вкусно просто». Я в описании напишу под этим видео, как правильно нужно вам писать при оформлении заказа. Я думаю, ну, мне кажется, мелочь, но приятно.
Раньше мы фактически всегда заказывали роллы, но дома сделать их, конечно же, такое количество дешевле, нежели заказать. Ну а если вы хотите просто себя побаловать и съесть, там, к примеру, Филадельфию, Калифорнию, то, в принципе, честно скажу, я не вижу смысла заморачиваться ради двух роллов. На большую компанию, да, это стоит того. Вот на праздничный стол, мне кажется, это красиво и шикарно. Теплые, холодные. Классно. Ну а я, если честно, уже настолько как-то радуюсь за себя, что уже наконец-то научилась более-менее красиво и вкусно готовить роллы, и теперь на моем праздничном столе всегда будет какой-то сет из роллов. А я надеюсь, друзья, что такой ролик вам понравился. Я очень старалась, и оцените лайками мои старания. Если же так, подписывайтесь на мой канал и не забывайте про колокольчик. До новых встреч всегда на канале «Вкусно, просто и доступно». Готовьте с любовью и будьте здоровы. И знаете что? Не бойтесь экспериментировать. И тогда у вас точно все получится. Вот вам пример, да? Все, пока!